Иди знаешь куда. Чё? Ваншот, что ли? Не-не-не-не-не, не надо на меня идти с угрожающим видом. Иди нафиг, иди в баню. Просто отстань от меня. Спасибо тебе. А чё, покоцал и смотри, как они друг друга допинывают. Не понял, он упал, что ли? А почему не сообщили? Приветствую, дамы и господа. И вновь мы играем в Mech Warrior 5 Mercenaries. Мехи, воины, Solaris Showdown, бои на аренах. В общем, все как обычно. Итак, контракты у нас уже имеются, аж целых самых три. Это у нас все против всех тяжелые мехи, 2 на 2 без ограничений. И все против всех штурмовые мехи. Что-то у нас все против всех, прям все против всех. Ну давайте тогда начнем с тяжелых все против всех, по списку пойдем. Возвоюем чего-нибудь. Так, ну естественно тут я набираю вот это вот все, как обычно. Да, мы все тупые, ты умная, я понял. Итак, что у меня по тяжелым? Да, сплошные катапульты. Лодер Кинг есть. Тундерболт есть, кстати. А у меня же есть Тундерболт. Почему мне Тундерболт-то не взять? Что, погнали? Покатаем оранжевенького-то. А то, что он там стоит, просто так сопли жует. Поехали. Чё? Так, а чё оно чутка подлаговывает? Мне это не нравится. Так, там уже война вовсю. Ну, давайте. Бейте друг дружку. 0,9 противники. Звуките публику, вы сносите урон энергетическим оружием, уничтожите компоненты, убийство в кабину. Фига себе насыпали заказов, вы чё издеваетесь? Я попал? Я не попал. А так? Попал. Это не энергетическое. Блин, если сейчас влезу, они все на меня загрятся. Я же их знаю. Они ну, такие вот они сволочи. Тихо-тихо-тихо. О, есть. Вот этого Толика можно попробовать забрать, ибо нефиг. Давай-давай, энергетическое оружие, ну! Бэм! Привет! Как дела? Не-не-не-не-не, не надо на меня идти с угрожающим видом. Иди нафиг, иди в баню. Просто отстань от меня. Спасибо тебе. Чё? Ну вот это начинается, вот то, о чем я говорил. Просто начинается вот это вот все. Оно начинается просто. Сейчас они все на меня пагрятся и пойдут меня бить. Так, чё он там? Мейсон, при чем тут Мейсон? Я его не трогал, слышь? Ты чё мне шьёшь? Ты чё мне шьёшь, следак? Опа! Залпик поймал. Привет. Чё? Ой-ой-ой, критический, критический, критический! А, мне сейчас интернет отрубят, идите нафиг! Этот тоже весь без рук, без ног. Без окон, без дверей, полно ж... Жопа огурцов. Ну куда? Не, они агрятся на меня все. Они просто все хотят меня побить. Чё с вами не так? Ё-моё, воюйте. Это все против всех, они все против меня. Им вообще плевать, по-моему. На, держи. Минус. И шлёп. Завалился на бочок. И уехал в тупичок. Так, что будем дальше-то делать? У него же мех какой-то оранжево-желтый весь. Что как бы намекает на то, что он уже немножечко, чуть-чуть, слегка как бы битый. А противники вполне вероятно свеженькие.
Абсолютно свеженький. Ну что это такое? Ну как это? Ну вот что это? Ну где это? Ну что? У меня даже кабинка уже желтая. Мне кабинку могут вынести. А, держи. Ух ты, как хорошо зашла-то, а? Центр-то ему как, а? Первый залп ему центр просто в желтое снес. Ну, это повезло. Не, ну как повезло на скилле, конечно. Это прям вот скилл, руки из мозга. Да. Да. Именно так. Никак иначе. Так, а где у нас последний, блин, кто он там? Он, кстати, битый чуть-чуть слегка. Так, я попробую проскочить вот туда. Потом подойти поближе. А потом выйти и опять же попробовать залп в него зарядить. С всех стволов, что называется, сразу же. И надеяться на то, что его прям порвет. В плохом смысле слова, естественно, а не в хорошем. На, держи. Что-то не порвало. Держи. Еще. А, все, развалился. Ей! Мейсон всех порвал. Мейсон молодец. Кто молодец? Мейсон молодец. Побит еще один противник. Кого я еще побил? Одного мне приписали, я вообще не трогал, не видел. Даже сейчас опять кого-то я побил. Ты о чем, мужик? Меня там не было вообще, докажи, иди. Свидетелей у тебя нет. Так, ну теперь вот я баба. Дальше я буду... Кто я буду? Рыцарь с проткнутой башкой и копьями. В общем, чем дальше, тем интереснее. А, можно взять кого-то из мехов продать? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это мы берем. А кого из этих продать-то можно? Вот этот подороже будет, наверное, да? Ну и все. Ничего интересного больше нет. Так, ну что, первый бой раскидал. Ты пошел вон. Сдаем на металлолом. Ты чинись. Чинись, чинись, чинись. А мы идем на главную, смотрим, что еще там у нас есть по контрактам. Кому еще можно навалять? Блин, они все время будут тут обновляться, что ли? Они обновляются тут. Я, это что? Все против всех штурмовые мехи. Давайте вот этого тогда возьмем. По возрастанию. Подтверждаем. Так, и чё делать теперь? Я не знаю. А когда я не знаю, что делать, я обычно беру кого? Правильно, я беру вот этого вот. Когда не знаешь, кого взять, его надо брать. Сигнал прозвучал как пыщ. Выстрел в воздух из... Не знаю из чего, но из чего-то выстрел в воздух был. Так, а гауссы далеко же стреляют, да? Да. Гауссы стреляют далеко. Кто-то там ходит. Бродит. Я даже не вижу, кто это. Мне плевать. Не знаешь, что взять. Бам. Не знаешь, что взять. Бери CPS. Он тащит. Это даже не понимаю, что происходит, его откуда-то снайпер типа отрабатывает. Смотрите. Я не знаю, что там firepower, но. Каждый выстрел мой будет комментировать, что ли. Держи! Ух, как у него эти самые-то колоночки-то его блютусовые.
Одна пожелтела, другая тоже. Ну, такая игра мне нравится. Стоишь себе, просто нифига не делаешь, одну кнопку жмешь. Не попадаешь все время. Че там? А как я сейчас не попал? Я должен был попасть. А чё он не это самое? У него же там не осталось ничего, он огрызок. Пых! Развалился. Торопился. О, синий выпал, кстати. Иди знаешь куда. Чё? Ваншот, что ли? Это как вообще? Это законно? А чё, нормально вообще? Мне нравится этот мех. Чем дальше, тем больше. Странно, вроде попал. Насчет лега не знаю, но попасть я в него попал. Пять противников уже где-то подохло само по себе. Блин, показывает, что попал, а ему пофиг. На, держи. А, во, попал. Вот сейчас ему в пузяку зарядил. У них, кстати, у вот этих вот лонгбоуов, у них пузяка слабое место. Видите? У них прям вот слабое место, у них центр почему-то очень быстро выносится. Я не знаю, почему вот район вот этого пуза, он у них выносится просто на раз-два. Слабая точка у них. Туда стреляйте, если видите. Ну-ка. А вот так я смогу? Я смог или это я в дом попал? Бам! Ух ты! Атлас выгребает. А чё, покоцал и смотри, как они друг друга допинывают. Не понял, он упал, что ли? А почему не сообщили? Не, это явно не мех. Мех не будет так крутиться на месте, как дурачок. Даже ботский мех так не будет делать. Опа, не попал. А должен был. Ну, по задумке должен был, а не попал. Куда ты прёшься? Куда ты прёшься? Блин. Вот как опять не попал? Снайперский геймплей, как оно? Круто? Вот он. Куда-то крадётся, крадётся. Враг, враг, крадётся, смотрите, крадётся. Куда ты крадёшься, враг? На тебе в жбан. А я тебе ещё могу лазерами дать. И вот так вот. Привет. Подумаешь, Атлас у него напугал, пипец. А у меня два гаусса, пятых. И чихал я на твоего Атласа. Причем от моего чиха твой Атлас развалился, по-моему. Так, мы попробуем обойти по флангу. Что из этого получится, я не знаю, но... По-моему, так будет логичнее, чем ломиться в лобовую. Ну что, там все умерли сами по себе? Не, ну, а где они? Тихо. Патлимастер, а ты где? Я тебя не вижу. Ты где? Как бы назад, сюда, вот чуть-чуть, здесь, стоп, стоять, пыщ. Ей! Да. Он получил жесткий такой удар, вот прям. А самое смешное, он даже не понял, откуда ему прилетело. Так, наверное, в этих в онлайновых мехах играют. Хрен пойми, откуда прилетает, и нормально. А ты такой стоишь и бесишься. Стоять, стоять! 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 Вон он. У нас тут снайпер завелся, да? Да. Это я. Держи.
Он там угрожающе ходит туда-сюда. И его все типа боятся. Попадание за попаданием. Стоять, 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 стоять. Ну, ты можешь встать на месте? О! У него уже центр рассыпается, смотри. Прям по центру попадаю. Я меткий. Эй! Ну зачем ты все испортил, ты? Какой глупый. Что, еще минус? Минус. Вот так. А, он был последний, что ли? Он был последний. Блин, можно было с последним пойти да попадаться. Ну ладно, снайпер так снайпер. Че, в снайпера сыграли. Тоже забавно по-своему. Меня даже не увидели толком. Стрельнули по мне пару раз. А так мне не увидели. Мех целенький. Не битый, не крашеный, не царапанный. Минус кабинка вообще. Это когда, где, чего. Ну, этому центр я вынес, понятно. Этого разорвало просто в хлам. Это не я. Ну и здесь тоже пузо минус. У них пузо отваливается просто ужас. Как? Это прям... Очень слабая точка у них пузо. Стреляйте в пузо смело. Так, что брать-то будем? БЛР можно взять. Даже Атлас стоит меньше. Но, может, из-за того, что он битый, я черт знает, как тут ценники начисляются. Возьму этого, продам. Денег подыму. Ну, немножечко, чуть-чуть слегка пострадал, поцарапали. Вот так. Не знаете, что взять? Берите циклопа CPS. Но это тоже, кстати, целенький. Просто кабинку вынесло нафиг. Возможно, даже первым же попаданием. Так, что у нас по контрактам-то? Не, они опять обновились. Бой всех против всех. На арене завод. Все против всех, без ограничений. Бой все против всех на арене. В чем разница вообще? По сути, одно и то же. Или я что-то недоперепонимаю? Ну, пойдемте на арену сходим, там мы еще не были. Так, а что сюда взять? Опять этого же брать? Штурман надо брать, понятное дело. Боевые мусорники прикольная штука, но... У них снарядов может не хватить в таком бою. Их 2 на 2 можно брать, дуэль можно брать. Там они за счет ДПМа на вот этих АПшках вторых, которые BC. Они на них выносят. Выносит наглухо через ДПМ. Но снаряды заканчиваются быстро, и все плохо. И тогда хочется плакать. Что будем брать-то? Сталкеров, может, копнем. Сталкеры, они же прям жесткие, как вчерашний сыр. Вот этого можно взять с ракетами. Куча лазеров. Еще и раз, два, три РМД шестых. Это 18 ракет в залпе. Это больно. Попробуем его взять. Что думаете? Что молчите-то? Ладно, поехали. Ничего не понял, но очень интересно. Давайте приступать. У нас справа противник. Нет, у нас справа противника. Это арена хитрая. Она мне уже не нравится. Господи, боже мой, тут всех много. А мне страшно. А что это он наверху? Да ты, дайте мне в него стрельнуть-то.
Хорошо, зашло. Да блин, не зашло. Ты что, все разрушаемое, что ли? Можно снести просто нафиг все это. Ты что делаешь? Отвали от меня, слышь? Вот так. Это еще кто? Не знаю, пофигу. Он упал, и мне этого хватает. Чтобы он не был, мне пофигу уже. Блин, арена какая-то странная. Все разрушаемое, можно ее всю разнести, типа, или что? Критический этот самый. Отойдите от меня все, у меня критический, я должен остыть. Отвали от меня. Иди стукни кого-нибудь другого. Иди отсюда. Че, застрял? Бывает. Что, я выражаю сочувствие, сочувствие, соболезнение и вообще просто. Быстро нанесите урон баллистическим оружием. Зачем вы даете такие задания, если у меня его нет изначально на мехе? Почему не привязать бы к тому, что у меня есть? Допустим, ракетным оружием. Да какого хрен тебе от меня надо-то, господи, что ж ты такой агрессивный? Это что с тобой не так? Где миролюбивость-то ваша, граждане? Я ничего, я тоже миролюбивый. 4.11. Блин, их там еще толпа целая. Ты о чем? О чем он, с кем вообще? Он сам с собой. Так, можно пробовать наверх подняться и с дистанции отработать. Как бы не подставляясь под удары. А чё они все на маленьких-то ездят, на каких-то? Чё они не берут штурмов? Здесь же нет ограничений вроде тоже никаких. Мне он штурма разрешили взять. Куда? Блин. Что-то сбоку раздалось. Чё это было? Не знаю. Не понял. Бабахнуло громко, я ничего не понял. Но я очень испугался. Тихо. Это я его уронил, что ли? Минус! Че ж вы ездите на этих маленьких-то, ребят? Ох, какой разнос! Минус три, ей! Вот это вот все. Ну вот, у тебя остается небольшой огрызочек. Окурок остался от твоего меха. Стоять. Где он? Внизу. Да. Что будешь делать, Толик? А что он будет делать? А ничего он не будет делать. Он просто куда-то побежал. Он спортсмен. Все, минус. Так, где-то у нас тут еще один. Внизу. Не делай так. Не делай, не прыгай. Ты что, сдурел? Ты же тяжелый. Ты ломаешься. Местах. Так, разворот. Тихо. Ну где ты там? Да стой ты. Вот так вот. Прям снесло. 9.11. Еще двое где-то. Где вы двое? Вылезайте. Вон они, спалились. Эх ты. Сейчас мы вот так на них выкатимся, грамотно, ромбиком. Не выкатимся мы на них ромбиком, потому что они куда-то сныкались вообще. Не хочут они драться. Что? Бум-ха-ха, так они все целые, живые. Оу. Все? Кажется, все. Пых! Синий выпук. Идем дальше. Так, а где последний-то? Он за этим был зданием или за тем? Он же наверняка меня ждет уже. Навелся, нацелился. А я же говорю, он меня ждет. Нифига, у него дробаши, идите вы нафиг. Я не хочу с ним драться, все, он мне надоел.
Он нечестный. Он читак проклятый. Он дробаши взял, и сейчас будет у меня просто из дробашей с ближней дистанции мне ломать меня. Пошел нафиг. Че, он упал, что ли? А, ну ладно. И тоже синий выпук. Ни хрена, я их так в синий выпук всем попадаю. Блин, ну до дробаши я нарвался, конечно, жестко. Это в ближнем бою дробаши эти энергетические, это прям. Ну, в принципе, вы видели, я же их тоже применял. В ближнем бою они разрывают в хлам все и вся и все. Ну вот, теперь у меня есть шлем, проткнутый копьями. Круто. А дальше мне дадут что-то такое. Это типа лев. Лев. А это что, шприц? Ветеринар, ладно, хрен знает. Уровень 8. Сколько их вообще всего этих вот этих уровней, я не очень понимаю. ХБК Вест, чего? А чем Вест отличается от Ост или, я не знаю, какой он там другой? Тяжелоорудие. Средний отряд. Средний отряд — это вообще самое классное оружие здесь. Ну, из-за названия. Из-за названия это самое классное оружие. Да, средний отряд. 4 хп. А, тут было полно ханчбеков. Но этот вот он из этого мода, я так понимаю. Из этого DLC. Чарджер для арены. Д. Тяжелоорудие, стрельба очередями. Ну, такой. Не сказать, что плохой. Ну, брать я бы его не стал, прям вот, чтобы его катать. О, средние лазеры. Во. Берем. Ну, в принципе, вот, у меня остается 33. Можно взять самого дорогого и его продать. Ну, чего? А, мне еще за уровень тут накидали. А что мне накидали? Автопушка ЛБ-10Х, сплошной блок. Ну, это ж не оружие из этого. Дали бы чего-нибудь из этого. Штурмовой клеймор. Ущерб 77,5. Неплохо. Так. Легкий кулак арены. Для быстрых атак. Размер корпуса легкий. Это в легких мехов впихать. Можно им... потом подбегать и стукать. Ущерб 20, такой себе. Большой химический лазер. Ну, химическими я пользуюсь мало, потому что им нужны боеприпасы. Но они вроде как не греют. То есть имеют место быть. Как таковые. Так, ну что? Где у нас мехи? Давайте уже разбираться с мехами. И будем закругляться. Ничего себе он его из дробашей-то, посмотрите. Как будто он его прожевал и выплюнул. Пожеванный какой-то, реально жеванный мех. Ладно, чинись. Не будешь тогда жеваным. Ну что, вот так. Еще один день на арене. Еще один уровень арены. Продвигаемся вперед, развиваемся. Двигаемся. По мехам, ну, сегодня у нас снайпер получился классный, как по мне. То есть CPS продемонстрировал, что он может. И почему его надо брать, если не знаете, чего взять. Потому что всегда можно издалека из гауссов дать в репу и, соответственно, выиграть бой. Ну, что касаемо сталкера, ну, все понятно. Сталкер, он сталкер и есть. Они себя зарекомендовали хорошо. Причем, по-моему, все, что у меня есть, у меня плохих сталкеров-то и нет вроде как. Что этот, что тот. Два печа, четыре лазера. Второй у меня вот этот, он ракетный. Где он? Где он? Вот он. Да, он ракетно-лазерный. То есть, ну, сталкеры хороши. Ничего тут не скажешь. Реально хорошие. Реально умеют, реально могут. Такие вот дела. Ну что ж, на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.
реагируют на требования обстановки.